и хочу продолжить обзор лота, который начала в предыдущем видео. Но единственное, что хочу показать вам браслетик. Вот смотрите, у меня есть такой браслетик, это пластик. Ну посмотрите, как он сделан. Да, посмотрите, как все вырезано. Это мой личный браслетик. Я его купила много лет обратно. Здесь, в Лондоне. Ну, тоже больше 10 лет, наверное. И мне очень нравился. И раньше я его могла одеть, а сейчас, видите, как бы рука оправилась немножко. И не могу, не протискивается. Но расставаться с ним я не хочу, потому что хочу, чтобы сын мне сделал. Вот смотрите, видите, как все четко вырисовано. Ну, как это вырезано. Вот, вырезана именно роза. Мои любимые ландыши. Потом этот вот какой-то такой цветочек. Я бы подумала, что это георгин, но не знаю. Вот, видите, такие простые. Анютины глазки, ромашки, кто они там, ноготки. Ну вот это вот, смотрите, как красиво смотрится. Ну вот, такой браслетик. Я хочу, чтобы он мне снял, ну, как это, форму. Ну, потому что можно так раз-раз-раз воском. И сделал такую пластинку, и сделал такой золотой. Ну, или хотя бы серебряный, потому что золотой, наверное, очень много пойдет золота. Он такой, видите, массивный, это будет очень дорого. Ну, не знаю. Будем копить. Так что вот этот браслет, я его нашла. Я думаю, надо показать, пока помню. Мне он очень нравится. Теперь из прошлого лота вот такая брошечка нам досталась. Да? Ну, не очень мне нравится металл вот этот. Вот он очень плохого качества. Да, видите? И покрытие, как стирается все. Ну, простая застежка. Он такой. Ну, вот они есть такие. Вот это потом... Вот это, видите, вот тоже. Тут что-то паянное, да. Но здесь очень красивые камешки. Вот они такие под арбузное стекло, мне кажется. Хотя, ну, я не знаю. Видите, ну, маленьких много не хватает. Ну, в конце концов, вот на место маленьких можно поставить какие-то другие. Ну, придумать что-то, потому что такие навряд ли найдешь камешки, видите. Ну, и здесь безобразно, видите, все наклеено или напаяно. Я не понимаю, что там. Вот, из этой же серии вот эта брошка. С этим же, как бы, тут вот кристаллики с эффектом АБ. И такой же металл, видите, вот он. Такой он какой-то. Ну, она такая немножко неровная. А волной идет. Ну, вот такая тоже, да, цветочек такой. Ну, и вот это еще одна из этой же серии. Как я их называю, тут камешка нет. И видите, зубчики обломаны, но можно что-то придумать так. Вот эти немножко подточить, чтобы так сгладить вот эту разницу, видите. Если этот поточишь, будет поаккуратней. Ну и вот такой с эффектом АБ. Здесь все хорошо. Можно так сказать, маркировок никаких. Колесико застегивается хорошо. Видите, все, вот такая брошечка. Нет одного камня, цветочек такой. Ну, конечно, больше всех мне нравится вот эта брошка. Вот это очень красивая. Она такая вообще очень милая. Вроде ничего особенного, но так привлекает внимание. Потом есть вот такой вот цветочек. Видите? Вот. Здесь это такие пластиковые вставочки. Не хватает камешка, камешка не хватает. Но, может быть, они есть в пакетике, я не знаю. Ну и маркировок никаких. А с этой стороны, видите, булавка погнута. И здесь все так вот, ну, не очень, как бы, сохранность брошки. Ну, а так ничего. И синие вот эти вот камешки. Такие синие редкие. Потом есть вот такая брошечка, да, но я таких брошечек показывала, у меня их много, они из этой серии,
которую я люблю. Вот, знаете, вот она, как я ее называю, трансформер. С этой стороны вот так. Но как-то она, видите, сложена, ее надо немножко подрасправить. Потому что, видите, как-то так она неуклюже смотрится, если честно, да. Я бы немножко вот эту, может быть, подняла. Здесь как-то тут вот что-то сделала. Ну, посмотрю. Ну, да. Ну, у меня такие есть. Поэтому можно что-то придумать. С этой стороны вот так. Тоже с этой стороны, ну, сохранение более-менее. Вот, потом есть вот такая брошка. Да, это брошка, листочек. И здесь типа раковинка такая или какой-то камешек такой перламутровый. Ну, с этой стороны вот так. Тоже без маркировок. Здесь такая... С этой стороны, кстати, хорошо сделано. И нет, маркировка есть какая-то. Ну, сейчас я... Ага, опа. Сейчас посмотрю. Ну, навряд ли я, наверное, что-то разгляжу там. Угу. Одну секунду. Вы знаете, никак я не могу разглядеть. Мне что-то все расплывается. Может быть, вы посмотрите. Я не знаю. Ну, и оказывается, она еще и как что-то там. Бренд есть какой-то. Потом есть у нас вот такой вот веночек. Но веночек не стандартный, не обыкновенный. Видите, он немножко другой. Здесь вот эти вот крапаны. Тут видно, какие-то ли цветочки должны быть, но надо распрямить. И бусинка. Не бусинка, а маленький камешек с эффектом АБ. И красики такие они. С этой стороны вот так. Вот так. Ну, ой, веночек немножко придавило его жизнь. Конечно, видите, да? Но мы его исправим. Дадим вторую жизнь. И будет он у нас храниться. А теперь вот такая брошка. Эта брошка такая, тоже таких много. Ну, простой такой листочек с зелеными камешками. Темные зеленые и посветлее такой травянистый. С молодой травой цвет. Ну, здесь тоже все хорошо, видите? Ну, такая брошечка. Простая. Скажем так. Ну, и это туда же. Из этой же серии тоже такие вот листочки. Камешков не хватает, но это мы найдем. Клейм у нас есть. С этой стороны вот так. Сохранение хорошее. Застегивается хорошо. И будет, если ставишь камешки, хорошо и красиво. Вот это. Но это более старая брошка, да. Ну, ее тоже кто-то вот, наверное, наступил на нее. Видите, как здесь. Вот. Вот так вот тут, видите, такая выемка. Ну, и вот так. Я, конечно, не уверена, что она должна быть так. Ну, видно, что она старая. Потери есть, но небольшие. Камешки блестят не очень. Такой желтоватый у них отлив. Ну, буду думать. Потом вот эта брошечка. Ну, я про такие говорила. У меня тоже таких букетиков много. Да, а этот букетик белого цвета. Видите? И хорошо застегивается. Да? Вот, тут, вот так вот колесико. Я уже там закрутила не так. Не туда. В общем, я уже сломала. Я люблю так взять, найти и сломать сразу же. Хотя очень редко у меня так получается. Ну и такой сиреневые камешки очень красивые тоже. Вот. Потом вот такой вот листочек. Да. Здесь тоже зелененькие камешки. Бледно такие, салатовые. Да. А тут сиреневая такая веточка. Вот. Как бы веточка растения какого-то. Букетик тоже цветочка. Ну-ка, застегивается. Вот застегивается. Все хорошо, красиво. Вот, камешки поставим. Ну, тоже брошечек таких много. Вот они, видите, как получается. Некоторые такие экзотические. Такая великолепная.
тоже очень хороша. Потом такие. И потом вот много-много вот таких. Вот это такой вот один лот был, да? Вот. Вот эта вот брошечка, я честно скажу, я не помню. В нем она была, не в нем, да. Мне она очень понравилась. И лот я, нет, не в этом, в другом каком-то. Но я просто ее достала. Видите, здесь вот такая застежка. Ничего особенного. Здесь все вот так вот хорошо. Что это, я не знаю. Как бы не металл. Здесь металл, а тут нет. И компанию не знаю. Видите? Но когда она пришла, я только тогда заметила, что здесь нет ножки. Видите, тут должна быть ножка у ангелочка. Я очень расстроилась, потому что мне она просто нравилась. И как бы маркировок на ней тоже никаких. Да. Ну, она такая вот. Не знаю, почему она мне так вот понравилась. Я решила купить такую. Но нету ножки. Я в кульках искала, но не нашла. Может быть, сразу не заметила, выбросила. Хотя я, ну, так не делаю обычно. Ну, буду думать. Подпили ее ножку эту, ну, так, чтобы она не выступала. И поставлю, может быть, или листочек, или цветочек. И получится так, как будто бы ножки у ангелочка в цветах, в траве. Ну, вот не знаю. Посмотрю, что можно сделать. Вот. Ну, вот этот лотик закончился. Да. А, видите, как бы на две части приходится его делить. Ну, и вот этот вот браслет, видите, вот. Просто тут такая работа, как бы, не знаю, машина так вырезала или вручную так вырезали. Но это пластик. Очень такой вообще, видите, как все стоит. И главное, что мне он нравится, я его храню. Он вообще у меня нигде не поцарапанный и не отбит нигде. Видите, вот, не поврежден. Вот. Ну, все, это видео буду заканчивать. Да. И до следующего обзора. Заходите на мой канал. Я буду очень рада вас всех видеть.